и приключения камызякского авторитета Дениса Алькапончика. Здорово, бандиты! Пришел! Пришел, бычара! Где бабки? Да! Еще раз так сделал. Да хватит, что меня по полу, елой! Короче, ты когда бабки вернешь? 15 мая. Вот слушай меня сюда, придурок. Да-да, слушай. Короче, придурок, 25 мая я плачу кредит. И если у тебя там что-то не получается, просто позвони, я перезайму. Ну, понимаешь, пеня идет, понимаешь, пеня! Я пошел, придурок. Ну что, как я его? Плохо, очень плохо. Плохой опыт тоже опыт. Эй, пошли. За мной! Эй! Знаете, мы полы ясные очи. Харе причать, салаги, на лося. Ты чё, бычара? Ха! Ногу отпустил. Да хорош. Вы не могли потише играть? Я тебе сказал, ногу отпустил. Да хорош. Руку и ногу, да, отпустил. Хорош. Ты чё, не понял меня, что ли? Да, всё нормально, всё нормально, он мне по руке попал. Слышишь ты, Рэмбо? Да это комплимент! А сейчас за что? Короче, ты местный? Да. Слушай меня сюда, местный. Где здесь травмпункт? Сам найдешь. Свободен. Эй! За мной, да. Иногда тяга к высокому искусству толкает людей на низкие поступки. Итак, представьте такую ситуацию. Ограбили музей современного искусства. Давайте еще раз опись проведем. Так, говорите, что пропало? Господи, да все пропало. По-моему, здесь все так и было. Ну? Вы в своем уме? Эти сволочи украли всю выставку Габриэля Лепехина. Вы понимаете, они украли отождествленную безмятежность, и глубину мысли, и искривленную прямую, и тупик вселенной. Мне плохо. Короче, запиши, украли 40 килограмм проволоки. Скажите, а что-нибудь стеклянное или пластмассовое украли? Да нет. Все понятно, они всю эту фигню повезли в пункт приема цветного металла. Поехали, все. Подождите, а мне что делать? Собирайся, с нами поедешь. Куда? В наркологию, на безмятежность тебя проверим. Поехали, поехали. В камызякской больнице целыми днями показывают сериал «Бандитский Петербург», потому что там есть антибиотик. А мы представляем вашему вниманию камызякскую концовку этого сериала. Обычная подворотня. Пацанчик, а ну-ка тормознись-ка здесь. Чего вам надо? Ты сам вообще откуда будешь, братан? А ну-ка отошли от него! Солдафон, иди балдей пасуй, мы же тебя не трогаем, что ты к нам придираешься? Че? А ну-ка, Муха, разберись с ним по-быстрому, давай. Давай, Муха, давай, красиво делай. Давай, Муха, пошел. Давай, еще, Муха, давай, красиво делай. Ну ты чё, Муха, он уже устает! Сейчас ваша любимая камызякская подворотня. О, пацанчик, а ну-ка, тормознись-ка здесь.
Сам откуда будешь, братан? А ну-ка отошли от него! О, старый знакомый, солдафон, иди балдей по-своему, ладно? Мы же тебя не трогаем, чего ты к нам придираешься? Че? А ну-ка, Муха, разберись с ним по-быстрому. Давай, пошел, Муха. Давай, делай. Давай, пошел, пошел, Муха, давай, пошел, пошел. Давай, красиво, Муха, давай. Ну что, вспомнил? Давай. Вовка, теперь ты, давай, Вовка, пошел. Молодец, Вовка, давай, еще, красиво. Молодец, давай. Давай, еще. Вот так, вот теперь интрига получится у меня или нет? Вы что, все подготовились, что ли? Конечно, милый десантник, конечно. Мы все подготовились, потому что сегодня финал премьер-лиги. Все подготовились, все, кто на этой сцене, все готовы. И он тоже подготовился. Но только он человек солидный, он, ты к нему лучше не подходи. Он просто возьмет тебя с травматики в пузяк, как шмальнет. 50 раз в честь юбилея КВН! Я вас сразу узнал. Паспорт покажите еще. Да ладно, расслабьтесь. Как дела? Как приехали? Нормально все? Отлично. Ну что, скажи, какая сегодня площадка, где работаем? А, работаем в ночном клубе «Снежная королева». А, до меня только что дошло «Снежная королева» и «Кай». А вот молодцы сценаристы, классно придумали, да? Вот четко вообще. Володь, осторожнее, там концертный костюм. Вы кому говорите-то? Водителю. Кому? Водителю. Какой водитель, Кай, вы что? Ты подожди, что, у меня вещи, что ли, только что украли? Ну ладно, ну, украли, нормально. Украли, ладно, что, вернут вам ваши вещи. Тем более у нас такое носить никто не будет, камзять. В 90-е годы было популярно гонять машины из Владивостока. Но поскольку в камызяке до сих пор 90-е, представьте, двое камызякцев гонят свою новую, поддержанную «Ласточку». Какая кислая слива! Воу! Слушай, больше ничего не будем покупать на дороге, понятно? Все, продолжаем играть дальше. Воркута, тебе на А. На А, да, ангина. Хорошо, на А, да, Архангельск. На К, да, катаракта. Все, надоело играть в города и болезни. Че у нас там по навигатору? Через 1,5 недели держитесь левее. Воу! Ого! Ерунда, осталась финишная прямая. Я тебе говорил, с дядей Азаматом не пропадешь. Кстати, дядя Азамат, вы не устали? Может, поменяемся? Давай, теперь я твой племянник, а ты мой дядя Азамат. Посреди огней вечерних и гудков машин, посмотрите, вон там беременная женщина стоит. Что говоришь? Я говорю, смотрите, женщина беременная стоит. Блин, мне показалось, дерево спело. Тормозим! Тормозим! Спасибо, мальчики, что остановились. Подвезите, пожалуйста, до Камызяка, а я вам короткую дорогу покажу. Садитесь. Куда ехать? Вот здесь, вот направо. Ага. До Камызяка осталось 200 метров. Ни хрена себе! Вот это да! О, Господи! Началось! Что? Началось! Что началось? Плохая дорога началась! Блин, ее парасоте, я так и знал. Такую дорогу мы и сами знали. Все, сворачиваем и обратно. Фу. Мальчики, а вам какие фильмы нравятся? Мне нравятся фильмы Бондарчука. Мне тоже серьезные фильмы нравятся. Вот у Лунгина хорошие фильмы, знаешь, вот. Хорошие фильмы, вот. С Лавроненко хорошие фильмы, я вам скажу. А мне нравится комедия, вот, которую Галустян снимает. Вот Светлаков сейчас хорошую комедию снял. А еще мне нравятся старые добрые фильмы Юлия Самойловича Гусмана. И Пельш. И Пельш, да. Так, ребятки,
Нам ехать долго, давайте договоримся так. Вы меня не трогаете, а я вас трогаю. Шутка. Какая дебильная шутка. Действительно, дебильная шутка. В ближайший час на нашем радио только русские песни. Фу, блин, целый час русские песни. Нафиг надо, переключай. Подождите, не переключайте. Срочная новость. Из тюрьмы сбежал опасный преступник по кличке Беременный. Особые приметы. Он говорит дурацкие шутки. Ну, раз уж вы меня раскусили, арбуз будете? Это же тот самый бандит. А чего вы маску не снимаете? Это не маска. Посреди глухой тайги, где нет ни души, посмотрите, полицейский там стоит. Что ты говоришь? Я говорю, смотрите, полицейский стоит. Мне показалось, знак спел. Здравия желаю, орлы. Лейтенант Кулясов. Ну что, орлы, допрыгались? Дежурный, пробей-ка номер машинки. О, орлица 420А. Орлица. Р. Орлица. Все чисто, везет вам. Что-нибудь запрещенное везете? А, наркотики, оружие. Коробку, автомат. Шутка. А кто это там так хреново шутит? Уж не беременный ли? Ага, попался. Все, везите нас до Камызякской тюрьмы. Ну, слава богу. Срочная новость. Из тюрьмы сбежал вор-рецидивист по кличке Мент. Особые приметы. Любит рассказывать старые новости. Слышали новость? Сборная России по футболу проиграла. А это какого года новость? Да любого! А конкретно это про чемпионат мира в 90-м. Мент, ты что ли? Беременный, а я тебя без арбуза не узнал. Ну вот и все. Официальный источник заявляет, что для поимки опасных бандитов Беременный и Мент из Владивостока под видом обычных племянника и дядьки едут по трассе два оперативника. Руки вверх! Распались! В 2006 году! Закройте свои рты! Посреди огней вечерних и гудков машин вот так неожиданно закончился наш стэм. Что ты говоришь? Я говорю, стэм неожиданно закончился. Друзья! Друзья, к чему мы показали эту историю о том, как по дороге мы подбирали странных персонажей? Да дело в том, что эта история почти что про нас. Понимаете, когда-то нас тоже по дороге подобрал один очень добрый мужик, который вот уже 55 лет гоняет огромную махину по стране. Еще что, Юрий Соломонович, мы ваши слова сказали финальные. Любой москвич, который приезжает в Камызяк, сразу же идет на рыбалку. Потому что в самом Камызяке ловить нечего. Ёлки-палки, вас на минуту даже нельзя оставить. Ну зачем вы динамитом бросаетесь? А вдруг там Макаревич охотится? Нет там никакого Макаревича. Если б там Макаревич был, гитара бы осталась на берегу. Да не, это я принес. А, ну слава богу. Слушай, Азамат, я не понимаю, мы на рыбалке вообще или как? А, да, чуть не забыл. Раз уж мы на рыбалке, может быть, по 50 грамм? По 50? Да нет, давай по 100. Ёлки-палки, я думал, вы откажетесь, не взял с собой спиртное? Всегда так. Ладно, у нас так рыба клюет, нам не до этого будет, смотрите. Спасибо. Ой, ё-моё. Жену забыл предупредить, что с вами на рыбалку вот пошёл. Ведь. Алло, дорогая, я с Сан Санычем на рыбалке, представляешь? Азамат! Да нет тут никаких женщин, просто. Я же тебе говорю, Азамат! Ну, шутит он так, шутит. Серьёзно. Снимай плащ! Ну, Масляков так шутит, но я тебе серьезно говорю, ну что это на самом деле? Шутит он так. Сан Саныч, докажи, что это вы. Вот. Все, сбросил ее, елки-палки. Зачем вы так сделали? А ты в тот раз зачем так сделал? Все,
Все-таки, что ни говори, рыбалка сближает. Это да. Стирает все границы между людьми. Вот ты, Саш, сколько на КВН зарабатываешь? Действительно. А почему бы и не рассказать людям? Только давай, Азамат, я тебе напишу. Давайте. Мэн, не, да? Мно, да? Мно, да. Много, много, да. Го, да. Много, да. Го, да. Много, да. Говоришь? Да. Очень много говоришь. Вот давай честность за честность. Вот скажи, вы ведь наверняка после игры нас с отцом осуждаете. В смысле? Ну что мы все неправильно делаем, высокомерно себя ведем. Да нет. Пара по парам. А, ну про них-то я знаю. А, ладно. Сан Саныч, может быть, на гитаре. Слушай, я бы с удовольствием, но, честно говоря, не умею. Да я вас научу сейчас два счета. Конечно. Круто. Конечно. Давай. Так. Ну-ка, давайте. Не, вот эту руку не надо. Ага. Вот эту руку тоже не надо. Так. И вот так вот, легко. Оп, 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 оп. Что ж ты, фраер, сдал назад? Сдал назад. Не полазьте я тебе, ты смотри в мои глаза. Пара-папар. Брось трепаться о судьбе. Отлично! Отлично! Ведь с тобой, моего здоровья! Мы все-таки на рыбалке, что вы? Слушай, ты знаешь, вообще как-то мы скучно сидим. Ну? Давай как-то разнообразим. Давайте, ради бога. Один. Ну зачем вы динамитом бросаете? Нормально. Ну это же все-таки заповедник. Территория браконьеров. Здорово, бандиты. Ну вот, накаркали ее. Вы че? Вы че на моей территории? Рыбу мне отдал? Рыбу мне отдал! Азамат, я не понял, это вообще что такое началось? Это Аль Капончик наш, местный авторитет, вы не переживайте. Рыбу мне отдал! Я сейчас разберусь. Рыбу мне отдал! Успокойся, у нас в гостях люди, понимаешь, из Москвы. Ты знаешь, кто его отец? А он знает, кто мой отец. И кто же это, интересно, твой отец? В Ютубе наберите, дверь мне запили. А. Рыбу мне отдал! Рыбу мне отдал! Вот ты такая... что, дурак, рыбу мне отдал? Перестань, это ведущий КВН. Да мне все равно. Я КВН не смотрю. Да хорош! А, отпусти! Камень не смотришь! Камень, да? Сан камень Саныч. Не смотришь! Сан Саныч, да. Отпустите его! Отпустите его, Сан Саныч! Я сейчас приду и каждому рыбу мне отдал! Что вы наделали, Сан Саныч? Это же камызякская мафия! Камызякская мафия? Азамат, ну это уже смешно. Вы понимаете, они непредсказуемые. Они могут все, они могут сейчас взять и не прийти вообще. А если придут, нам придется обороняться. Вот этим умеете пользоваться? Игрушечным? Заметно, да? А, лук и стрелы. В детстве делали лук и стрелы? Нет. Ну, из рогатки, наверное, стреляли же? Да нет. Ну, под рамой на велосипеде. Ну, я объяснил уже. Может быть, турбо? Какое-то неинтересное у вас, скучное детство. Это у меня неинтересное детство. Вот тебя когда-нибудь отец порол? А. Нашли чем удивить. А нет? Перед одесскими джентльменами? Нет. Вот ты когда-нибудь стишок на стульчике рассказывал перед Гусманом? Нет. А на 12-м международном сочинском зимнем фестивале тебя забывали? Нет. А вот меня тоже нет. Что же скажете? Нет, я все-таки думаю, знаете, нам надо перестраховаться и позвонить в полицию. Мало ли чего у этих на уме. А, телефон не ловит. Бесполезно. Знаете так, короче, давайте я вас приподниму. Давай. И вы позвоните в полицию, окей. Объясните, что как у нас дела обстоят. Слушай, знаешь, давай все-таки я как-то поздоровей тебя, давай, на меня. Залезай. Ну, давайте. Давай. Нет, знаете, все-таки нет, сейчас, не дай бог, сфотографируй, скажут, камызяки у Маслякова на шее сидят, нафиг.
Готов? Давайте. А? Ну? О, все есть. Алло, полиция! Поздно! Здорово, бандиты. Опять это. Well, 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 well. В полицию звоним. Вот я пришел один, потому что я уважаю законы Стэма. А надо уважать законы Российской Федерации. Короче, давай сюда. Сан Саныч, ну успокойтесь. Ну неужели вы не смотрели фильмы про мафию? Мафия бессмертна. Если отрубить мафии голову, то на ее месте появится новая. Еще больше, еще страшнее. Ну этому типу уже точно два раза голову отрубали. Зачем вы так вот? Ну серьезно. Короче, иди сюда. Я вот должен с ним на этом драться, да? Это серьезная группировка. Круто. Короче, у нас вот здесь вот такой эффект будет. И тут вот эта вот половинка говорит. Я умираю. И единственное, о чем я жалею, что никогда не видел КВН. Ребят, вот можно без этих сопливых концовок, Стэмах, а? Вы можете пожертвовать своей финальной шуткой ради меня? Нет, не можем. Чего ты щипаешься? Я целую неделю репетировал это. Ты целую неделю репетировал, а я в 15 лет ждал возможности, чтобы выступить на сцене высшей лиги. И команда «Клянки Музяки» осуществила мою мечту. Спасибо вам, пацаны. Поздравляю вас. Спасибо вам. Поздравляю. Что скажете, Александр Васильевич? Добро пожаловать в высшую лигу, Сан Саныч. Набирай команду! Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма — это самое чудесное место на Земле. Где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди. Итак, в камызякской тюрьме. Запахло весной. Так, а ну-ка встали все быстро, ровняй смирно! Что случилось, начальник? Я тебе сейчас дам, что случилось. Ты что выперся, марш в камеру себе. Отдай фуражку. Ответьте мне на один единственный вопрос. Вы надзиратели или идиоты? Надзиратели. Не надо ничего говорить, вы надзиратели и идиоты. Вы знаете, что месяц назад из нашей тюрьмы сбежал заключенный? А, вот почему у нас одна порция еды остается. Заткнитесь. Мало того, что он сбежал, он нас на всю страну опозорил. Он про это песню написал, где все подробно рассказал. А что за песня? Вот, пожалуйста, слушайте. Я сбежал с камызякской тюрьмы. Это про нашего поет. Там в охране тупые аметы. Это вот про вас. Сбежать было несложно мне, ребятки. Я даже возвращался за кружкой и зарядкой. А? Человек сбежал из тюрьмы, вернулся за кружкой зарядки и снова сбежал. Вы где были? Мухамбаев! Чё сразу Мухамбаев? Я вообще ничего не делал. Я знаю. А Мухамбаев, как всегда, вообще ничего не делал. Мухамбаев, ты у нас уже 2 года работаешь. Ты когда официально устроишься? Мне западло ментом быть. А чё ты тогда сюда приходишь? Чтоб дома с ребенком не сидеть. Заткнись, все, быстро. Командир, а про меня петь будут или мне можно домой пойти? Нет, Куницын, стой и слушай. А вертухай Куницын с вышки даже не стрелял. А вертухай Куницын мне в картишке проиграл. Красава. Надо матушке позвонить. Поздравляю. Заткнись, я тебе сколько раз говорил не играть с заключенными в карты. Говорил? Говорил? Говорил. Я тебе это говорил, когда мои квартиры и машины были твоими квартирой и машиной. Товарищ командир, а где вы вообще нашли эту песню? Помните, я на День полиции ездил в Кремль на концерт? Ну? Он там эту песню пел.
Я знаю, что нужно сделать. Нужно связаться с московскими коллегами, объявить план перехвата и жучить его. Все. Не надо, не надо. А что тогда делать? Надо русский шансон слушать до конца. Ты заходи ко мне, московская братва. Орджоникидзе 27, квартира 42. В Москву! Ура! В командировку! Хаос – это тоже порядок. Именно такая табличка висит на камызякском РОВД. Камызякский РОВД. Гражданин Кулясов Роман, перестань давить на жалость. Рассказывай, как все было. Я же говорю, я очень ранимый мужчина. Блин, я тоже, оказывается. Подвозил девушку. Красивую. Сногсшибательную. Влюбился. Пригласил на свидание. Сидим, болтаем. Час прошел, она начала деньги требовать. За что? За то, что час прошел, да что непонятно. Вот это зигзаги судьбы. Понякин, заводи ее. Руки убрал. Давай, пошла. Руки убрал, руки убрал. Не надо меня провожать, я от РУВД лучше, чем ты, знаю. Рот закрой свой. Еще я с мусорами здесь воздух не делила. Села. Фамилия, имя? Пономарева Снежана. Настоящие говори. Пономарева Анжела. А нафига было менять? Ну город маленький, нафиг мне эти сплетни нужны, че гонишь, ну? Ладно, рассказывай все как было. Ну, значит так, в 95-м году закончила школу, решила поступать в пединститут. Это можно пропустить? Нет, это очень важно. Поступила, закончила, получила диплом учителя русского языка и литературы. Блин, да это можно было пропустить. Если б я знала, что у меня потом зарплата будет 6 500 рублей в месяц, я обязательно бы это пропустила. Ладно, рассказывай дальше. Дальше работала, получила звание учитель года. Это можно не рассказывать. Да нафиг мне это звание нужно, если им даже рассказывать никому нельзя. Для чего оно вообще? Ладно, ладно, дальше. Ну так вот, получила звание учитель года. Вручили цветы мне, значит, грамоту. Дети какую-то песню спели, значит. Вот здесь. Что вот здесь, Кулясов? Вот здесь час закончился. Слушай, Кулясов, давай сейчас шеф придет, ты ему все объясни, мне тебя жалко. Ну, пожалуйста. Нет, я тебе сказал. Ну, Заматогиш, ну, пожалуйста. Я тебе сказал, это пистолет, это табельное оружие, ты понимаешь? Я тебе меньше, чем за 5000 не могу продать. Что здесь происходит? О, училка, ты тоже здесь? Привет, Серёж. Привет. Ты у меня это, наручники забыл. Давай, не сейчас, все. Что случилось? Что случилось, что случилось? Из Москвы звонили, едет к нам проверка. О! Они не кайфовать. Че им надо опять? А потому что нечего такие отчеты отправлять. Ты зачем им написал? Все нормально, не приезжайте, пожалуйста. Че теперь делать? Вот что теперь делать? Надо что-то делать, иначе все. Слушай, училка, не сядешь на 5 лет? Ну ты мои расценки знаешь, 4000 час. 4000 час, 5 лет, слишком дорогое удовольствие. Давай, иди сюда, будем писать объяснительную. Пиши объяснительное. Через О пишется объяснительное. О, о. Круглое, о. О. Это Т, придурок. Да что делать? Да что делать, я сам не знаю, что делать. Поистине говорят, Гоголь на все времена. Даже спустя почти 200 лет нас всех заставляет что-то делать не острые нужды народа, а то, что к нам едет ревизор из Москвы. Нифига себе ты завернула. Ну, учитель года, елки! А эта история вполне могла произойти в одной из сочинских гостиниц. Море, море. Ну вот, заходите, располагайтесь. Это ваш номер. Ой, а что это вы нам блестки на кровать насыпали? Вообще-то я рыбу чистил. Ну пусть будут блестки. Извините, а можно нам номер получше? Ну там кровать побольше, чтобы там джакузи, может быть, было. Мини-бар. Можно. Только это вам на другую сторону надо. Улицы? Моря. Приятного отдыха.
Ладно, Коль, давай переодеваемся и сразу пойдем на пляж. А? Блин, это не наш чемодан. Зашибись, поплавала в новых плавках, походила в новом платье, послал же бог мужа-дебила. Да ты посмотри. Это ж целый чемодан баксов. Интересно, сколько здесь? Ну, где-то 36-37 чемоданов рублей. Я просто не знаю, какой курс. Коля, что делать будем? Женщина, а давайте это разделим и разбежимся. Да охренело, дети! Блин, 3 на 2 не делится. Двоих потянешь? Коля! Да шучу, я шучу. Слушай, это же мы теперь все что угодно можем. Я себе Феррари куплю. Слесарь 3-го разряда на завод и на Феррари приехал. Наш не совсем дебил, я подержанную. Коля, слушай, а вдруг сейчас эти деньги кто-нибудь ищет, а? Здорово, бандиты. Слышь, хурма не местная. Вы что, Семена Великана на бабки решили кинуть? Не получится, я бабки задом чувствую. Они где-то здесь. Сёма, 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 ты номером ошибся, наш терпила в соседнем. Базар. Здрасте. А у вас утюга и плойки не будет? Да, конечно, пожалуйста. Только аккуратно, плойка чуть коротит. Это даже хорошо. Сёма, не пугай людей, ну чё ты как дурак, а? Коля, давай вернем эти деньги. Да нет, давай потратим. Ты что, нас за них убьют? Лучше потратить миллион и умереть, чем вернуться в Смоленск и жить. Добрейшего дня, добрейшего дня. Здрасте. Здрасте, старший сержант Мусагалиев. А что у вас погоны полковника? Я просто хочу сегодня вечером с женой в ресторан сходить. Оплатить не хочу. Ладно, давайте по делу. Тут у одного постояльца в гостинице чемодан пропал. 30 тысяч рублей вознаграждения. Не видели? Нет. Ладно. 40. Не, не видели. Ну, фиг с ним, 50. Ну, я реально в ноль работаю уже. Не, честное слово, не видели. То есть я предлагал вам 50 тысяч рублей, вы выбрали приз. Что? А, не обращайте внимания, просто в дежурке один канал показывает. Ладно, давайте. Коля, у меня такое ощущение, что же вся гостиница думает, что деньги у нас именно. Я извиняюсь. Я знаю, что бабки у вас. Если не поделитесь, я вас сдам. Что? Я говорю, у вас кондиционер не работает. Давайте его в ремонт сдам. Не, спасибо. Давайте в другой раз. Слышь, крысы, я знаю, что мои бабки у вас. Что? Что? Слышь, крысы, я знаю, мои бабки у вас. Плойка коротнула. Где мои бабки? Вот. Вот. Тут все? Да, мы ничего не трогали. Тут только миллион, а было 2. Да не было у нас 2 миллионов. Заткнись. Короче, мы в соседнем номере. Если не будет, через 3 минуты миллиона мы вас грохнем. Ну все, капец, поплавала в новом купальнике, походила в новом платье, послал же бог соседей бандитов. Добрейшего дня 2, добрейшего дня 2. Товарищ милиционер, хотите заработать миллион долларов? Нифига себе у тебя вопросики, ну-ка встань на мое место. Хотите заработать миллион долларов? Фу, конечно. Ну, ты спрашиваешь тогда вообще? Короче... В соседнем номере бандиты сидят. У них 1 000 000 долларов. Угу. В протоколе напишу, что подрались за место на банане и поубивали друг друга. Это мой звездный час. Скоро стану миллионером. Короче, у меня для вас 2 новости. Плохая, значит, теперь у них есть пистолет. А хорошая? Мы должны 1 000 000 на 3. Что делать? А может быть, вы позвоните в отделение, вызовите под ногу? Нет, ничего не получится. Так давайте я позвоню. Да там другая фигня.
Там собака не сможет трубку снять. Я извиняюсь, что шумим. О, вот, есть дело на миллион долларов. А я в теме. Отлично, все, теперь мы должны каждый по 250 тысяч долларов. Блин, может еще каких-нибудь лохов найдем? Вот нормальная схема. Короче, время вышло. О, миллион на шестерых. Ха. Я смотрю, бабок нет, вот с тебя и начнем, болтун. Приближаюсь к противнику. Проход в ноги. Удар снизу в челюсть. Бездыханное тело падает на пол. Приходят родственники. Все плачут. Я лежу на двух табуретках. Да, так и сделаю. Ну что, трус, стреляй! Любишь кашу с изюмом, а? Ты чё? Вы окружены! Сёма Великан, выходи с поднятыми руками! Ха-ха! Вот теперь у меня для вас две новости. Значит, плохая вам хана. А хорошая? Рекс сам подкрепление вызвал. Друзья, ну, как вы понимаете, мы эту историю придумали. Ведь такого же не может быть, чтобы человек приехал в Сочи на отдых с миллионом долларов. Тут больше надо!